Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Николая, и у нас сегодня Николай, у нас роллинг на Николая. Все как обычно, короче, трэш, ребят. Накопленные самоцветы, я так понял, без донат. Ну, фактически без донат, 10 тысяч это не донат. Ну, накопленные самые он написал. В общем, нам нужен Феня. Летяха у него, я смотрю, есть уже. Давайте посмотрим на... Аккаунт находится он в гильдии Of Dex. WhatsApp обязательный, пропуск BG Kick, атака фортов 20.00, факел 20.45. Кидайте заявочки, вступайте. Первое, второе места, битва гильдии, атака фортов, пропуск BG Kick. Так, окей. Кик так кик. Баст выбили. Поехали посмотрим на героев, что у него есть. Паладина нет, это призрачный всадник, Вольтесса, Трифетрино, Командора, Седна, Ледяха, Землеройка, Свален, Рогатка, Фрэнки. Так, Ледяха, Командора, Землеройка, Ронин, Седна, Капитан, Рогатка. Окей, 66-88. Поехали посмотрим алтарь, что у него вообще творится, так как он... Ой, отлично, для битвы гильдии, топчик. Топчик. Ну, я вам скажу, герои собраны правильно, красиво, отлично. Красавчик. Хороший ак. Пятерок хватает. И Тюня. Хорош. Без вопросов. Интересно, что у него по подземкам пройдено. Седьмую только начал. Окей, поехали, коллекционер. Так, коллекционер. Надо гол, ребятушки. Так, рандомчик. Давай, хватит жрать. Да давай ты имбу, да что это такое? И вот это у нас Рино. Ну что, поздравляю, первый недостающий герой у нас уже есть. Рино, в принципе... Для такого аккаунта сойдет, но тут у нас падает Кэнди. А тут у нас нифига не падает Королева Гарпи, ну почти как Капитан Рогатка, Дракос почти как Дракон Триантик, ну такое. Так, я не понял. Я не понял, где моя имба? Бог грома, ведьма морозница. Ну что с тобой, рандомчик? Поломали рандом. Ладно, ролим. Я не буду выходить в рейд. Я вам просто покажу, что такое не выходить в рейд. Купидон! Еще один Купидон. Видите, вот Купидончики только будут падать, если вы будете вот так вот ролить. Ну, что я могу сказать? Командорка, поздравляю, второй недостающий герой. Но это еще начало только. То чувство, когда ты просто сидишь на 450. И ты нифига, это Анубис. Ну, кого ты удивишь Анубисом? Хранитель, Одер. Ну, кому они нужны уже? Ну, ведьма. Ну, такое. Капитан Дрейк. Ну, не Капитан Рогатка. Бульдозер. Еще один бульдозер. Так, я не понял. Что за подстава? IGG. Вот видите, что бывает, когда вы не выходите в рейд. Вы выбиваете паладина недостающего героя, ребята. Алхимик. Вот. То есть вот так вот бывает, когда вы просто ролите. Ладно. Шайтанамана сделаем вот так вот. Ну, два героя, я вам скажу, это такое. Я не привык выбивать два героя. Ну, с вас, конечно же, лайки, ребятушки. Мы немножко потрешуем на этом аккаунте. Потрешуем. Let's go. Трах тебе дох. Ну, сейчас мы плюшки заберем, пооткрываем. Посмотрим, может, что-то годное выпадет. В любом случае, годное что-то выпадет. Это не просто роллинг. Это просто нестача места на складе. Недостаточно места? Да вы издеваетесь. Вы что, нас хотите разорить? Чик.
Чик, чик. Две карты уже есть. На 4 или чик, чик. Еще плюс 2, еще плюс 2. 6 карт, ребятушки, 6 карт. Вот, вот это, вот это, вот это оно. Это бездонатный аккаунт, как бы вроде был. Коробочки. Вот, вот она понеслась. Чик, недостаточно места на складе, да вы издеваетесь. Поехали по одной. Афинка. Афина ему заклинательница. Его слишком много. Ну окей. Ну понятно, что мы с карт этих вряд ли кого-то достанем. Но зато мы получили нормально расходников, которые ему реально помешают. Помогут. Такс. Такс, я сказал, Седна. Ну. Третий герой недостающий. Третий недостающий герой у нас. Так, ну что, командора Седна. Ну, у нас есть еще шансы, ребятушки. Есть еще шансы у нас. Есть еще эти шансы. Давайте пооткрываем. Использовать Седна. Использовать командора. И использовать Рину. Так, отлично. Отличненько. Что у нас? Немножко расходников появилось у парня. Посмотрел, что там у него было. 11, 11, 11, 11. Да он тут нормально, кстати, прокачанный. Наверное, купончик тоже брал. Кто брал купончик, те красавчики? Короче, сам определиться, кого-то еще докачает. Кстати. А я так и ник не посмотрел. Писканатор. Веселый у него ник Писканатор. Писканатор, сегодня твой день. Так, а что у нас тут на коллекционере? 12-15. Ну, может быть, шанс еще доберем сейчас. Вдруг повезет. А вдруг это имба? А вдруг это судьба? Дайте капитана рогатку, Химка. Есть тыква. Фараон. Ренки. И друид, блин, ну. Да не, я так это не оставлю. Это подстава. Это подстава. Это четвертый герой, ребятушки. Это четвертый недостающий герой. Это имба. Чик. Четвертый, ребята, четвертый недостающий герой за накопленные самоцветы. Вы хотели сказать, ага, конечно. Такс, ну что, Седна, давай попробуем что-то сделать с тобой. ТУшка. Ой. Просветик, огонь. Берсик. А что такое берс? Это ни о чем. О, ничего себе, командорка выпала. Огонь. Раскол, вообще отлично. Вот это меня радует. У него тут пятерок, конечно. Опа, чик. Это топчик. Этот топчик. Ну, конечно, командора с утикаха. Это смешно. Это смешно. Ну, поставим гнев. Так, это не то. Бог войны. Блин, да я даже не знаю, кому что ставить. Просвет. Эко кнут какой-то. Поставлю. Поставлю бог войны. Поставлю каменку. Оживо. Ну, тут однозначно меняем, ставим оживо. Еще одна оживо. Блин, у него тут, конечно, героев.
дерево вкачанное. В общем, он сам себе определится, кому там еще дальше паролить. Давайте еще попробуем на удачу. Попрет, не попрет. Повезет, не повезет. Надо сделать все по красоте. Ну, с вас, конечно же, ребятушки, лайки. Делаем топ-контент. Делаем подарки для верных подписчиков. Такс. Окей, let's go. Студеный. Это однозначно мы уже будем сейчас, если не выбьем, добирать его. Королева гарпий. Дай студеного, ты паразит. Не хочет давать. Вы видели такое? Вы такое видели? Это просто ужасно, ребят. Это просто издевательство над аккаунтом. Я, знаете, буду специально. Я не буду забирать пак. Я хочу посмотреть на этот злобный рандом. Что он нам скажет? Что ты нам скажешь? Я знаю, что оплата выполнена. Спасибо. Спасибо, IGG. Вы, как обычно, админ панелька тащит. РТшка. Бульдозер. Студеный. Тритон. Панда. Дракос. Ну, это имба. РТшка. Студеный. Мне нравится, когда люди, знаете, не видят, а потом видят, что им на аккаунт донили. Пишут спасибо, спасибо. Пожалуйста. Такс. Окей. Ну что, поздравляю. Конечно, пришлось нам немножко с тобой попотеть, но мы хотя бы собрали вот так вот. Ну, собрали 4 недостающие героя, я считаю, это тоже очень круто. Карты надо открыть. Это ужасно. Чик. Тыковка. Чик. Друид. Давайте тут карты заберем. Это он потом заберет себя. Я надеюсь. Я надеюсь, никто не проспит. Чик. Хранитель. Ну, такое. В общем, что могли, то сделали. Главное, забрали приз. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.